5 лет назад депутаты Севастопольского городского совета приняли историческое решение провести 16 марта 2014 года референдум о вхождении Севастополя в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Принять участие в общекрымском референдуме народные избранники решили на внеочередной сессии. Задолго до начала заседания у здания городского совета начали собираться жители города. К 18:00 на улице Ленина образовался многочисленный митинг. Люди стояли не только по обе стороны улицы, но и прямо на проезжей части. О ходе заседания их информировали ораторы с помощью громкоговорителей. За возвращение домой единогласно проголосовали все 50 депутатов, которые участвовали в заседании. Я думаю, что это исторический день для города. Спасибо всем. Я предлагаю всем выйти к народу дружно. Давайте, будет такой необычный момент для всех нас. Это правда исторический момент. Пойдемте, выйдем на улицу. Дорогие севастопольцы! Сегодня принято решение городским советом. Севастополь вошел в состав Российской Федерации. Севастопольцы единогласно поддержали важнейшее решение. Тысячи горожан скандировали: «Севастополь, Крым, Россия». Мы ждали этого 23 года! За референдум! Россия! 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 Посмотреть уникальную хронику всех главных событий русской весны в Севастополе, снятую съемочными группами МТС, а также все наши фильмы и спецпроекты, посвященные этому историческому событию, вы можете на странице нашего спецпроекта весна.нтс-тв.ком.